Приехали гости, суббота. Гости приехали. Поздравить с 30-летием свадьбы. Поздравить, приехали друзей с 30-летием свадьбы. Здесь они живут. Стучи, хозяева дома, чине. Встань, Вася. Вот. Стучи. Чуть раньше приехала, наверное. Заходите, гости. Ой, вау! Мир вашему дому поздравляем. Спасибо. Поздравляем, 30 лет. Поздравляем. Это немало пройдено. О, поздравляем. И Бог благословит вас. И хранит. Еще на 40, на 50. Спасибо. Это... Не плачь. Это... Спасибо, вау! Нету, ну, ничего. Конечно, ну, да. Хозяина немає, но спасибо большое. Он рыбачит, а что он делает? Да, спасибо большое. Заходите, пожалуйста. Заходите, ждем, ты... уже ждем. Я ж тебя в YouTube снимаю. А ты... ты что, хочешь снять? А, окей. Не, ну, я а, не, выключай. Я и здесь. Но. Ну что? Для жизни в жизни. Эй! Там у нас не на улице снимает, а у нас под навес лежит, еще не сделано. Да, нормально, ничего себе, что ты хочешь. Что ты хочешь? Чуть-чуть, чуть-чуть, хоть пару минут, что же было. Эх, собачка. Она приехала сюда. Еще там заборчик нормальный сделал. Я первый раз днем вижу, видишь? Железный сделал. Красиво, но ты же снимешь, когда закончить, не сейчас. Там все сделано. Эй, как ее зовут? Собаку уже как сделала. Собаку зовут? Лея. 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 Вот так. О, тут семья. Фотографии. Семья. Семья. Куча. Я вам не только пиздал, даже и вощу. Куча, куча. Ваня, можешь и диета тоже заснимать. Вот так, сейчас я дай. Сейчас дай я. Ну не знаю. Это семья. Да, так получилось. Дети. Ну я же специально хотел вечером манджу специально для нее сделать. Манджу. Ты по-нашему знаешь, что тут манджу делаем? Это специально для вас угощение. С этого. Лучше, конечно, тут... Я же там вечер. Вау, ты сделала этого, пожалуйста. Рыбка, вау. А я сюда, я говорю, давай купим рыбы, я хочу с этой. Там у нас китайский есть живая рыба. Не знаю, как получилось, но будем надеяться, что... Рыбочка стоит готовая, вау. Ну, садитесь, ну, молодцы. Ты как съесть? Садитесь, пока на диване. Я так, ну добро. Сильно, так. Сильно дым на улице. Нет, нет вообще дыма. А, ты знаешь, мне уже так свежо. Ну, есть дым, просто он не прям чувствуешь. Не воняет. Есть там. Я выйду на улице, это пожары идут. Так, ну так, добро. Ладно, короче. Воздуха, знаешь, уже, там уже... мы три дня ходим, целую неделю там возле нас эти. Вчера. Так, Таня. Ну все, ребята, до следующих встреч в эфире.